Через несколько минут начнется митинг уходящихся туристов Республики Сахар. Митинг проводит Федерация профсоюза Республики Сахар. Слава молодежи, дерзающим и уверенным в наше прекрасное завтра! Ура! Гарвардин, 1 мая! Ура! Да здравствуй, 1 мая! День солидарности трудящихся! Праздник весны и труда! Ура! Период на Сюрдень-Рангер! Ура! Слава ветеранам войны и труда! Ура! Федерация профсоюза Республики Сахар передает Спиридонович Сотин. Горожане, дорогие якутяне! Праздником вас 1 мая, днем рабочей солидарности и защиты прав трудящихся. Это одинокие престарелые люди, инвалиды войны и труда. Все перед тем наше общество неоплатным долгом. Это и многодетные семьи, дети в детских домах и интернатах. Инвалиды с детства, лишенные радости жизни. Это все те, кто получает минимальные зарплаты или пенсию, на которые невозможно прожить, даже сидя на воде и хлебе. Они особенно нуждаются в нашем активном сочувствии. Как помочь им? Чем конкретно наполнить наши призывы солидарности в день праздника 1 мая? Началом широкой акции милосердия. Пусть он станет днем солидарности людей труда не на словах, а на деле. Наши сегодняшние торжества идут в прямом эфире по всей нашей республике. И мы надеемся, что наш призыв услышит население нашей республики. Все, кто готов прийти на помощь нуждающимся, кто верит, только вместе, общими усилиями можно выбраться из трясины кризиса. Федерация профсоюзов Республики Саха рассчитывает на поддержку нашей инициативы по социальной защите населения нашего президента и правительства, администрации городов и улусов, депутатов и инструментов, а также политических движений и партий общественных. В ходе предвыборной кампании в средствах массовой информации не освещается в равной степени достоинство выдвинутых кандидатов. Это не цивилизованно и вопреки закону демократии. Хочу обратить внимание, что в этом году в августе будет отмечаться знаменательная дата 75-летия образования профсоюзного движения земли Оланхо. Все льготы, имеющие как раньше и сейчас, северяне получили благодаря настойчивой постановке этих вопросов перед правительством, профсоюзами. Извините, пожалуйста, под руководством профсоюзов строились четко и слаженно функционировали оздоровительные комплексы, как санатории, профилактории, дома отдыха, спортивные сооружения, пионерские лагеря, в которых было доступно лечиться, отдыхать в массовом порядке. В данное время из-за хронической задержки заработной платы он социального страхования обнищал. Путевки страшно дорогие, денег нет. Стало невозможным пользоваться услугами оздоровления. Единственный был стационар ветеранов, и тот закрылся, лечиться негде. Жаль, что не сумели сохранить большим трудом десятилетиями построенные пионерские лагеря и дом отдыха. Их расточили. В данной ситуации еще больше повышается роль и значение профсоюзов,
единственная общественная организация, защищающая интересы и права широких масс трудящихся. Желательно, чтобы предстоящий юбилей профсоюзов Сахалом год прошел. Вас за двоих, да? Троем. Троем, да? Понял. Ну что, Малек, вперед выйдите. А, достаточно. Хорошо. Батарейка у тебя в тюрьме не была. О, блядь, батарейка. Терень, где? А? Терень? Сабаран. Батарейка у тебя в тюрьме не была. О, блядь, батарейка.
¿Quieren que di? ¿Eh? ¿Qué di? Separar. ¿Verdad? Ya bagus lah kalau mana harta tu lah. Tukar teh aja deh. Itu lah gitu. Pi papa para pau. Boom is the oh yeah. This is good. And you go. Huh? Good web. Thank you.
किम बारे? Макс, пойдем на ёппа. Макс. Макс, туда. Икея, как бы это? Да, я кинелер, что тут вообще, да. Блин, ханин говорит, дурак, блин. А ты говоришь. Повидал, когда не разберете. Еще я как экземпляр буду вот там вот туда. Пять коридором, а не пусти. Она же мать, она же мать, она же мать, она Поехали! Торопись!